пришло время диванных посиделок. Будем заниматься понемногу. Пока я здесь использую Roland Coupe Street EX. Подключил электроакустическую трелл гитару Yamaha FX-T2. Микропедаль, микродраммер Moir. И хочу под паттерн, вот выбрал один паттерн. Это режим поп-музыки. Раз, два, три, четыре, пятый паттерн. И сейчас я напою. Короче, это красно-желтые дни. И под каждую песню надо эти паттерны подбирать, разбираться с драм-машиной и играть соло. Тут и квинты, тут и соло, и, короче, и ритм-партия. Сейчас я и с вокалом. Режим обычной акустической гитары выбран. Там немного дилей добавил и немного реберации. Все, ничего, никаких педалей. Никаких педалей я не использовал. Там зарядка идет на этой педали. Батарейка заряжается. Та уже зарядилась. Но JBL и Onoi Compact стоят так просто. Они тоже заряжены. Так, ладно. Все тихо и аккуратно. Теперь будем ловить момент, когда начинается партия. На квинтах. Начал. Вот, пропустил. Опять пропустил. Thank you.
отвлекся и не облажался. Ладно.